я в клинике «Эксимер» сделал себе лазерную коррекцию Зейнера. У меня вся семья с проблемами зрения, и поэтому я с детства ходил в очках, позже постоянно носил контактные линзы. Это доставляло дискомфорт, одевать их утром, мешались в глазах, снимать их вечером. Знакомый друг уговорил меня провести операцию в клинике. Я полностью доверился врачам. Операция прошла быстро, безболезненно. Зрение восстановилось, и теперь я счастлив, хожу без каких-либо лишних приборов. И все вокруг вижу ясным взглядом. Хочу выразить огромную благодарность коллективу клиники «Эксимер», врачу, который проводил операцию, Игорь Валерьевич, и в частности Котловскому Михаилу Геннадьевичу.